Узнать все тонкости разных профессий можно с самого раннего возраста. В дошкольных учреждениях Чебоксар реализуется проект профориентации. С какими специальностями знакомятся малыши, узнаем в следующем сюжете. Этим утром воспитанников 169-го детского сада ждало необычное занятие – приготовление еды. Малыши надели фартуки, поварские шапочки и изучили инструкции. Сегодня блюдо дня – блины. Так, теперь мы перемешаем с помощью блендера молоко и яйца. Да? Электрическая плита, кухонные принадлежности и даже ингредиенты для блюд. Здесь оборудована самая настоящая кухня, на которой творят свои кулинарные шедевры юные повара. В мастерской занимаются средняя, старшая и выпускная группы. Занятия проводят сами воспитатели несколько раз в месяц. Готовят в основном простые блюда, но каждый раз стараются придумать что-то новое. Мы все тут готовим, едим, когда готовим, мороженое делаем, все нравится мне тут делать. Ну, блинчики на выходные с мамой готовлю, пиццу тоже готовлю, пирожки. Мои родители рады, что я умею уже готовить. В кулинарном деле участвуют и родители. Приносят в сад необходимый кухонный инвентарь, делятся рецептами. Дочка Елены Елюковой Катя уже второй год занимается в этой мастерской. А мне, конечно, гораздо проще, потому что тут познают азы кулинарии, первоначальные шаги в мир кулинарии. Они уже как бы знают, что как обращаться с приборами, как обращаться со столовыми приборами, электроприборами. И мне дома гораздо спокойнее. Моему ребенку очень нравятся занятия, которые проходят у нас в кулинарном блоке. И дома она с удовольствием рассказывает, показывает, что, как они готовили. Мне это очень приятно. И блюдо, которое приготовил твой ребенок, это кажется вкуснее вдвойне. Когда кулинарная мастерская еще только начинала свою работу, профессия повара и кулинара не была такой популярной. Сейчас она переживает настоящий бум. Нравится всем буквально, родителям, педагогам. Самое главное, нравится детям, потому что дети с удовольствием любят эти занятия. Может быть, кто-то из них станет каким-то классным поваром, кулинаром и так далее. Я считаю, это очень важно. Воспитанники столичных садиков могут познакомиться с разными профессиями – столяра, гончара и даже парикмахера. Это направление только стало развиваться, но польза от таких мастерских очевидна. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика.